пришел заказ к коэффициенту. Офигеть, они встать. 1,1, блин. Это вот, вот это, вот, 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 вот это я должен съехать, съездить. Видите, тут уже нифига не 3 минуты 57 секунд, а 6. Чтобы вот сюда поехать. Вот, то есть вот в каком случае работает коэффициент у них, понимаете, как бы. Тигран Худовердян в этом интервью на этом Як-21 сказал, что мы научились распознавать движение машины и не давать заказы в спину, тем самым увеличивая время до заказа. Вот, смотрите, видите, 2 минуты 32 секунды, ехать 5 минут. Знаете, почему так происходит? Я стоял вот здесь, а он меня определил вот здесь. Я же ехал, я никуда не переезжал. Типа, они научились, он говорит. В ролике вы сейчас увидите это. Когда... Я сам в том числе открывал приложение, и мне приложение показывало, что машина доступна там, через 2-3 минуты. Я нажимал кнопку «Заказать» и видел совершенно другие цифры. Или же я видел 2 минуты, а потом это время подачи менялось на 10 минут. Это происходило по двум причинам. Одна из причин заключается в том, что геолокация водителя шумит. Мы научились учитывать при распределении заказов маршрут водителя. То есть, если водитель едет сейчас по Тверской улице, то мы точно знаем, что он едет в сторону центра. И мы точно знаем, что время подачи никак не может скакнуть с 2 минут на 10 минут. Мы научились запрещать такие скачки. Это привело к тому, что пользователи просто стали в 2 раза реже отменять машины. Вторая причина, почему так могло происходить, потому что в момент, когда ты создаешь заказ, водитель находится на перекрестке. Мы ему этот заказ предлагаем, и он этот перекресток проезжает, и если до перекрестка ему было ехать до тебя 2 минуты, то стало 10 минут. Мы научились эти ситуации определять, и это позволило нам сильно сократить время подачи. Чего они не научились? Они как делали это все безалаберно, про перекрестки вот он говорит там тоже. Ничего они делать не научились, они как работали, так и работают. В интервью можно рассказывать все, что угодно. А самое-то интересное вообще в этом во всем что? То, что каждая минута этого времени, которое, оно просто не оплачивается. Я же говорю, я во многих роликах говорил, что если посмотреть во временном цикле в год, сумма недополученных средств затягает сотни тысяч рублей. Просто должен быть счетчик. Все, это единственный вариант, и на который ну, реально даст какую-то хоть справедливость. Нахрен эти коэффициенты, они все это все чепуха. Нужен просто счетчик, и все будет норм. Едем столько-то минут, платим столько-то денег. Едем столько-то километров, платим столько-то денег. Все. Сейчас у меня будет опоздание. И неоплаченное время. Заказ стоил, значит, сколько там? Сейчас скажу. Ем, там есть, бля. Не этот. Да. 193 рубля, но мужичок мне привел, ну, 300 рублей. Ну, переводом сделал. Говорит, слушай, ну, говорит, реально, говорит, ну, смех. То есть ты до меня, говорит, ехал столько, говорит, это. Ну, просто человек врубается, сажен. Бизнесом, кстати, занимается, видите. Уважает деньги, свой труд и чужой. Платы, опять заказ, да? Смотрите, мне не в спину пришел. Видите, 2 минуты ехать, а на самом деле 5. Это еще один вам заказик.